Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Картинский и священник Павел Красанов. Снова погружаемся в нашу рубрику «Как быть?». И сегодня мы рассмотрим тоже очень интересный тезис, который можно заглавить так. «Как быть с тем, что православным христианам нельзя мечтать?». Опять нельзя. Очень интересно. Вот, в принципе, в 90-е годы было много брошюр, я даже помню, и они перепечатывались, и переписывались, в которых был грех мечтательности. Ну да, книги на церковную тему, как подготовиться к исповеди, и там их все больше и больше появлялось, этих списков таких новых грехов, да, и в том числе мечтательность был среди них. Но это отдельная тема, откуда столько у нас брошюр этих взялось и зачем, это же мы сейчас не будем об этом рассуждать. Но у некоторых действительно сформировалось такое мнение, что мечтать – это грех. Но современный человек это часто огорчает. Пришел молодой человек, вот он мечтает там, построить дом, там, чтобы семья у него хорошая была. Да? Вот они вполне могут огорчиться, узнав, что мечтать нельзя. Ну да, столько и так грехов, которых следует избегать, а тут еще и нельзя мечтать. Мечтать молодой человек стать, я не знаю, ну, космонавтами сейчас, наверное, не так часто мечтает стать, а музыкантом, например, да, а ему говорят, что вообще-то это грех. И он задумывается, а как же мне чего-то в жизни добиться, если мечтать нехорошо? Откуда же это взялось? Вот интересно подумать. Ну, на самом-то деле, слово «мечтать» – это такое тоже многогранное слово, может включать разные значения. Да и вообще может процесс быть разным, мечтание, да? Да? О чем мы мечтаем. Да, и само слово многозначно, и процесс мечтания может быть разным. Все же на языке святых отцов, которые в основном богословием и занимались, и поучения какие-то назидательные, которых до нас дошли, они были в основном монахами. И на их языке мечтательность, ну, это какая-то буря различных помыслов, или напрямую, может быть, греховных, или каких-то просто мыслей, отвлекающих от главного. Вот он выбрал путь монашества, этот тот или иной святой отец, а нечто его пытается от этого отвлечь. И вот в этом смысле мечтательность, она, конечно, считалась греховной. Да, там, если отвлекает от основной задачи, действительно. Но на современном языке мечтать все же это не совсем так, правильно же? Это значит... Ну, да. Не пропадать в своих мыслях. Хотя, может быть, наверное, и так, да? Да, тоже можно... может быть, делиться. То есть надо понимать и разделять это, да? Что все же больше, мы думаем, мечтать у нас с позитивной точки зрения оценивается, как чего-то хотеть, что-то хотеть, чего-то, может быть, добиться, соответственно, выстроить какие-то мысли в эту сторону, да? То есть получается, да, что на языке современных людей мечтать – это как раз значит стремиться, а стремиться можно и к добру, и это очень хорошо. Как раз если для какого-то монаха мечтать – это значит отвлекаться, то для современного человека мечтать – это значит настраиваться. Может быть, даже так. Может быть и так, да. Наверное, какая страстность в это вкладывается, в эти мысли, да? Особенно, наверное, так можно сказать. Так что да, вот хочется, чтобы наша беседа помогла современным людям не расстраиваться на тему. Мечтайте того, что... о хорошем, о благом, о том, что хочет Господь, а о плохом не стоит. Да, и еще хорошо бы к этому прикладывать какие-то усилия позитивные. Да. Ну вот, такое у нас получилось рассуждение на тему. Дорогие друзья! С вами рубрика «Пять фактов». И сегодня будет пять фактов об Иоанне Крестителе. Первый факт. Иоанн Предтеча, то есть тот, кто предшествовал Христу и готовил к его приходу сердца людей, самый чтимый христианский святой после Богородицы. Сам Спаситель так говорил о пророке Иоанне Крестителе. «Из рожденных женами не восставал пророк больше Иоанна Крестителя». Факт номер два. Память Иоанна Крестителя церковь празднует целых 6 раз в году. 6 октября – зачатие, 7 июля – Рождество, 11 сентября – усекновение главы, 20 января – собор Иоанна Крестителя в связи с праздником Крещения, 9 марта – первое и второе обретение его главы,
7 июня – третье обретение его главы. 25 октября – праздник перенесения его десницы, правой руки, с Мальты в Гатчину. Факт номер три. Рождество Иоанна Крестителя – уникальный праздник для православных. Есть лишь три праздника, когда христиане вспоминают не день смерти, а день рождения лица, которые прославляют. Рождество Христово, Рождество Пресвятой Богородицы и Рождество Иоанна Предтечи. И этот факт – еще одно свидетельство того, что пророк Иоанн Предтеча особо почитается в церкви. Факт четвертый. Мы находим упоминание о пророке Иоанне Предтече у всех четырех евангелистов, а еще о нем в своих исторических трудах пишет Иосиф Флавий, о свидетельствах нехристианских источников, о евангельских событиях и личностях особенно ценно. Факт пятый. Можно сказать, что Иоанн Креститель – это первый христианский аскет. В Евангелии от Марка мы читаем о пророке Иоанне Предтече, что он до 30 лет жил в пустыне и носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Акриды – это съедобная саранча, которая водится в Палестине и Аравии. Саранча, согласно закону Моисееву, считалась чистым насекомым и принадлежала к разряду пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах. Хотя существует и другая версия значения слова «акриды» – растительная пища, стручки, которые можно было перетирать и печь из них лепешки. В Русской Православной Церкви Рождество – один из самых значимых праздников, наряду с Пасхой. Для верующих этот день светлый и радостный. В ночь с 6 на 7 января во всех храмах проводят божественную литургию. Рождество Христово – это удивительное событие, настоящее чудо, которое, честно сказать, до сих пор человечество еще и не осознало. И вот это чудо, оно изменило жизнь этого самого человечества коренным образом. В этот день Иисус Христос появился на свет в мире людей. И это случилось в иудейском Вифлееме. Божья Мать, Пресвятая Дева Мария, родила младенца в пещере. Этому событию предшествовало пророчество, согласно которому в мир придет Спаситель. Оно было описано в Ветхом Завете почти за 6 веков. Благовестие Христово или по-другому Евангелие будет проповедано по всей Вселенной. Вот сейчас действительно нет ни одного уголка на земле, где бы так или иначе не было рассказано людям о Христе. Прихожане поздравляют друг друга с этим светлым праздником, желают здоровья и благополучия. Для верующих рождественские обычаи наполнены особым смыслом. Я этот пост тоже соблюдала. Вот сегодня была утром на сочельнике, вечером на вечерней. Служба была очень красивая, пение хорошее и вообще душевный такой праздник. Радость, очень светлое настроение, чувство, что сегодня все соберемся, всей большой нашей приходской жизнью отпразднуем этот праздник. Будет большая красивая торжественная служба. Это очень здорово и красивое торжество. У православных христиан принято встречать Рождество в кругу родных, в храме или дома, а также можно дарить подарки близким.